Добрый день! Сегодня мы приехали в питомник «Корни». Здесь у нас проходит большой практический семинар по обрезке хвойных. Я надеюсь, что каждый из наших слушателей сегодня нарежется вдоволь, потому что мы будем работать с самыми разными культурами. Сегодняшний семинар проводит Игорь Чекунов, наш преподаватель, кандидат сельхознаук. Он очень давно работает и изучает хвойные растения, любит их, пишет о них статьи и сегодня расскажет нашим коллегам много нового, полезного и интересного. Каждый из наших слушателей получит возможность поработать с большим количеством растений, то есть формировать из них шары, кубы, конусы, сделать из туй яйцевидную форму и так далее. Такие занятия придают слушателям уверенности, и многие, в общем-то, просто учатся формировать растения. На самом деле, так часто бывает, что многие наши слушатели впервые берут на занятиях секатор в руки или кусторез. И вот такая практика дает им возможность почувствовать этот инструмент, поработать с ним, снять психологический барьер, связанный с тем, что многие просто боятся начать заниматься обрезкой в своем саду или где-то на объекте. Здесь, в питомнике «Корни», мы имеем возможность увидеть и поработать с разными хвойными культурами. Игорь рассказывает очень много интересных вещей, связанных с агротехникой, с уходом за хвойными растениями на разном периоде их развития. Мы стараемся бывать в питомниках и в садовых центрах, дружим со многими из этих структур для того, чтобы наши слушатели могли расширять свой кругозор, знакомиться с ассортиментом, с агротехникой, работать с реальными растениями и там, где их производят, и там, где их продают. Это очень полезно для того, чтобы глубже проникать вот в этот мир под названием «практический садовый дизайн». Итак, сегодняшним занятием мы, по сути, завершаем сезон весенней практики. Но впереди лето, и мы будем продолжать наши встречи в садах и будем проводить в этих частных садах практические семинары, занятия, встречи друг с другом и ландшафтные вечеринки. Так что всех вас, у кого есть интерес к этой садовой теме, кто хочет провести лето активно, ярко и полезно, в общем-то, можно к нам присоединяться. Для этого достаточно подписаться на нашу рассылку, которая есть на нашем сайте. И вы будете в курсе всех наших планов.